Привет всем, кто зашел на мой канал. Сегодня буду готовить очень простое и сытное блюдо. Как я это буду делать, можете посмотреть, кому интересно. Чем хорош этот рецепт? Никакой заморочки. Ничего не надо обжаривать, не запекать в духовке. Готовить одно удовольствие. Поставила я вот такой вот сотейник на газ. Налила немножечко воды. И ребрышки выкладываю вот так вот, произвольно. Подсолю немножечко сверху, с одной стороны пока. Прошло буквально немного времени, минут 5, не больше. И я переворачиваю кусочки на другую сторону. Можно добавить еще воды. С другой стороны немножечко подсолю. Пару минут ребрышки потушились на другой стороне. И я высыпаю сюда лук. Нарезала я его полукольцами. Лук немного потушился, и я буду добавлять морковь. Морковь я нарезала вот на такие небольшие брусочки. И высыпаем. Небольшой кусочек у меня замороженных помидор. Обычно помидоры перекручены через мясорубку. Накрою ненадолго крышкой, и пусть у меня немножечко все это потушится. Я добавлю немного красного молотого перца, сладкого. Вот такой. Это опять же по желанию. Немного черного молотого перца. Добавлю еще водички. Снова накрываю крышкой. Огонь я убавляю. И пусть у меня опять же все это потушится. Свинина готовится очень быстро. Поэтому я проверяю вот так. Чтобы уже от костей отходило мясо. Но не до конца оно как бы готово еще. Видите? И после этого я добавляю картофель. Картофель нарезаю я вот такими довольно-таки крупными кусочками и распределяю. Подсаливаю. Но очень осторожно надо солить. Потом я попробую. Лучше добавлю соль. Накрываю крышкой и оставляю тушиться. Минут через 5 я открою. Немного перемешаю. Попробую на соль. Добавляю зелень. У меня замороженная. Зелень по вкусу любую, какая вам нравится. У меня здесь укроп, петрушка, по-моему, лук зеленый. Пару зубчиков чеснока я порезала. И все это добавляем уже в конце приготовления. В процессе тушения я добавляла еще немного водички. Блюдо у нас окончательно готово. Если вам понравился рецепт, готовьте на здоровье. Ставьте лайк за видео, если вам понравилось. И не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч!